капітальний ремонт під'їзду номер 1 із заміною вікон, ремонт, прочистка водосточних труб, ремонт ганку, ганку – це крильце, та дошка на під'їзду номер 1 житлового будинку по вулиці Навроцького, 17. Стосовно розповсюдження плісняви та грибка на стінах під'їзду номер 1 повідомляємо, що працівниками дільниці номер 3 було проведено обстеження та встановлення, що на даний час пліснява та грибок під'їзду номер 1 за вищесказану адресу відсутні. На даний момент его нет в списке капитальный ремонт. Правильно, зачем они нам это прислали? Ну, сейчас моя помощница Аня запишет вас коллективное звернение. С этим коллективным звернением я буду обращаться в управление ЖКХ, чтобы ваш дом включили в капитальный ремонт. Ваш дом 17-й сейчас. 17-й, а потом другие дома будем тоже. Как это делается? Как делается капитальный ремонт труб, подвалов, домов, подъездов? Сначала они включаются, потом на основе включения выделяется финансирование, депутатами горсовета выделяется финансирование и назначается подрядная организация и производится ремонт в подъездах. Без включения невозможен ремонт. Зачем нас вокруг да около будят и футболят? Если нет, мы будем не допускают. Если может, мы пойдем перекроем улицу Фрунзе. Я не могу понять. Тогда съедутся все и решат быстро все вопросы. Цель невыносима. Пошла Ленка, хотела записаться на прием дома моя. Ей сказали, что в первом кабинете мы вас ни на какие прием не запишем, потому что ваши квартиры приватизированы и мы вам ничего не должны. Лестничные клетки не приватизированы. Мы, допустим, согласны участвовать в ремонте, мы можем купить краску, можем еще что-то сделать. Мы собрали немного денег, мы хотели, думали, если нам действительно сделают ремонт, мы сделаем нормальное электричество, вот это что, ну, на движение. Вот. Мы бы еще что-то, мы согласны участвовать, мы сделали в себе ремонт 8 лет назад, мы собрали деньги, сами сделали ремонт. Мы поменяли двери, мы поставили домофон, у нас убирается, это неправда, что у нас занедба нам станет. Но после того, как мы сделали ремонт, у нас был пожар не по нашей вине. Пожар был в подъезде, на втором этаже загорелась электропроводка в щитовой. Мы тут ни при чем. Все в саже, чем смогли, повытирали его. А потом где-то там труба была, прохудила, все 5 этажей пролили с первого до первого. Были отремонтированы, ну, как минимум, там, через течение года. Самое главное – окна. 46 лет дома, вы поймите. На 47. Ну, подвал, там мы можем сами привести в порядок. Там не возникает. Можно я одно слово скажу? Вот у нас активность женщины, у нас садом. Тамара, это все же великий. Труба у нас там такая, что постоянно вода стоит. У них подвал не течет. Теперь хотят окна. Значит, я живу на верхнем этаже, крыша в нашем будинке прекрасная. Когда дом, тут много писали, что надо ее поремонтировать. Когда дом передавали от воинской части Полтавской КЭЧ, поремонтировали прекрасно. Значит, проблема следующая. Годами подвал залит дерьмом. Значит, внутридомовые системы обслуживают ЖЭК, значит, колодцы и дальше водоканал. Труба, которая между в нормальной стороне штука. Работник горгаза увидел, что труба, которая вокруг дома, уже аварийная, сообщает начальству, по-тихому, пока никто ничего не знает, они ее меняют. Но у нас такого не происходит. Они говорят жильцам, жалуйтесь кругом, говорите, у вас труба аварийная, смотрите, чтобы ваш дом не залетел. Ну смешно просто. Ну 46 лет дома, его проще снести, чем его.